Грубый снег, пачек тонких. Двигал. Пачки двигал. Кондуктор по всякому. Вот антенны перепробованные. Но нет никаких ни тресков, ни свистов, ни писков. Ни писков, ни свистов. Ни свистов, ни писков. Все тихо работает. И по сути нет никакого влияния от Теслы. Не окачер тут на прерываниях работы. Сперва тут стоял подделка транзистор 25200, теперь оригинальность. На оригинальном получше намного. Если тут оставить транзистор, эти не греются. Надолго оставить, греется феррит вас с этой лампочкой. Ну и с этой тоже греется. И вот индуктор греется под антенной. Снимается стоковое колечко. Этот феррит не греется. Он низкочастотный, большой проницаемости. Поэтому хорошо передается. Еще обмотки у него более удачные. Намотаны поближе к сердечнику. С 28 метров на диодный мост. И тут где-то 56 вольт идет на карте. Вот так хорошо, по-моему, тут все на водках. Фильтровано, что никаких наводок нет, никаких эффектов нет, никаких свистов и тресков. Параллельно гранат по 100 на фарад 3 последовательно конденсатор, а тут где-то 4 нанофарада. Ой, то есть 400 нанофарад общая емкость. Каждый по 100 нанофарад. Тут заземление индуктора. Нагревается отвертка и этот радиатор.
Слышали звук. Радиатор. Но радиатор не такой горячий. Транзистор, он еле теплый, он видимо тут на резонансе работал, поэтому вообще не грелся. Плюс он высоковольтный, его выброс ВДС не так долбит и не так нагревает. Высоковольтный так ВДС бьет по ним очень сильно, нет, ВДС греется.